заготовку. Берем пятачок, с пятачка снимаем защитную пленочку. Аккуратно, желательно это вообще делать пинцетиком, чтобы не обезжиривать потом катак. Так, пленку мы сняли, кладем пятачок. Дальше снимаем защитную пленку с наклеечки нашей. Только снимаем мы бумагу непосредственно. Так, надо снимать, чтобы осталась буква на поверхностно покрывающей пленке. Теперь прикладываем четко по размеру, прикатываем. Все, ровно это есть. Теперь берем кусок пластилина. Берем его, прикладываем на электрод наш, наклеиваем на металл, вот так. Потом снимаем пленочку. Зачем пленка снимается в последний момент? Чтобы обезжиренное все это было. Кладем в раствор так, чтобы оно было направлено к электроду, и включаем травление. Держим секунд 30-40. Отходить от этого. Еще. Нагревается, пластилин плавит. Ну и теперь снимаем пленку. И имеем готовую протравленную поверхность. Сюда вот, на эту вот. Ну, вот такая получается у нас вытравленная картинка. Все. Все? Да.